Я только что перевела тебя. В каком состоянии в эту минуту твои мозги, мысли? Нет, пока я еще не пришел в себя после концерта. He hasn't come around after the concert yet. Yes. Drug, what do you mean by drug? Это не наркотик, но такое лекарство. Какое самое лучшее лекарство твое? Музыка. Music. Где бы ты хотел жить? В Италии. In Italy. Кто, какой есть человек или что-то, что воодушевляет больше всего тебя? Они все умерли уже. They all died already. Какое любимое блюдо? Вода. Вот. Какую бы профессию ты не хотел иметь? Я дворника, наверное. Probably street sweeper. Какие композиторы любимые? Тот, которого я дирижирую сегодня. The one which I conduct today. Если бы ты был концертным залом, каким бы залом ты хотел быть? Санкт-Петербург филармония. Санкт-Петербург филармония. Ты знаешь, сознаешь свою харизму, каризму, вот то, что Тим Смит написал. Феноменально. Кстати. Феноменальную харизму. Я предпочитаю, чтобы это чувствовали другие. I prefer the other people to feel it, not myself. Какое любимое слово? Победа. Виктория. Куда бы отдыхать лучше всего поехал? Я куда угодно, только с книгой. Anywhere, as long as I have a book on me. Если бы ты был произведением искусства, что бы это было? А, если бы я? Да. А, наверное, Джоконда. Пробовали Джоконда? Как хотелось бы тебе умереть? Никак. I don't want to die. Если бы ты мог поужинать с тремя историческими фигурами, с кем, кто бы были эти трое? Гораздо больше, чем трое. I would like to have more than three. В твоей телефонной книге какой самый знаменитый человек? Да, у меня нету телефонной книжки. I haven't got a telephone.